Аким области Гульшара Абдыкаликова поздравила представителей нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником. Почетными гостями встречи стали работники и ветераны отрасли. Несмотря на то, что большинство нефтяных месторождений на стадии падающей добычи, на трудности с извлечением остаточных запасов, нефтегазовая отрасль играет важную роль в развитии экономики региона, отметил аким области. На встрече были обсуждены новости отрасли, актуальные вопросы. Лучшим своей профессии вручены почетные грамоты. Открытие Кумкольского месторождения превратило область в нефтяной регион. С тех пор нефтедобывающая сфера является локомотивом экономики. В новом послании президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев отметил необходимость уделить особое внимание развитию сферы геологии. Актуальны вопросы геологоразведки перспективных участков. На сегодня за счет республиканского бюджета исследуются 3 бассейна. С 2004 года работаю на малотоннажном нефтеперерабатывающем заводе в Кызылорде. Работа, зарплата все устраивает. Благодарен аким области за высокую оценку моего труда. Поздравляю всех с праздником.